Территория аэропорта Ульяновск-Восточный под контролем военных. Ульяновские «голубые береты» провели практические занятия по погрузке боевых машин десанта в самолеты военно-транспортной авиации. Они прошли в соответствии с планом подготовки гвардейского соединения ВДВ на 2020 год. Одна из основных целей – отработка взаимодействия с личным составом парашютно-десантных подразделений и экипажами Ил-76. На занятиях был продемонстрирован комплекс мероприятий по погрузке тяжелой техники и ее подготовке к десантированию. Было привлечено более 200 военнослужащих, в числе которых командиры десантно-штурмовых подразделений, старшие корабельные группы, члены экипажей военно-транспортной авиации.